Еще что-нибудь нашла? А то они уже начинают подозревать. Скоро надо будет валить.
Познания в русском невелики, но, по-моему, это какая-то карта. По-прежнему ничего не известно об их силах. Приветствую. Видела шахту у старой базы красных? Многие из наших погибли там. Осторожнее с бледными поганками, что растут в долине. Есть их нельзя, но яд из них получается отлично. Привет! Колокольчиками и тотемами отмечены особые места по всей долине. Их оставили наши предки. Лучше держись от них подальше. Не приближайся к волчьим логовам. Звери защищают свой дом, прямо как мы. Привет. Приветствую. Чем могу помочь? Нам по-прежнему нужны сведения из тюрьмы. Придется просить тебя пробраться на вражескую территорию. Это опасно, врать не буду. Но нам позарез нужна эта информация. Поможешь нам? Отправлюсь, как только смогу. Буду ждать здесь. И спасибо. Пока еще ничего, но я продолжу поиски.
Что там с местными проводниками, которых удалились? Говорят, их какие-то двое наняли. Мужик и молодая англичанка. А потом в горах оставили еще до лавины. Ха. Походу, это Константинов призрак, услышал. Кто ее к нему приведет, а золотится. Слышь, ты вроде говорил, что здесь будет Питер. Я сам так говорю, посмотрю. Но говорят, что он был с Константином в Сирии. Чужа! Thank you.
возвращением. Что ты узнала? Привет. Привет. Кажется, ты это искал. Да. Да. Это поможет нам спланировать сопротивление. Благодарю тебя за помощь. Вот, возьми. И будь осторожна. Долина опасна даже в спокойные времена. Привет.